Доброго вечера, дорогие ребята! С вами канал Мир ММО Игр. И сегодня мы продолжим наше прохождение игры Dismantle, где зомби-апокалипсис захлестнул весь мир, и мы, выживая в бункере долгое время, когда у нас закончились запасы, были вынуждены покинуть этот бункер. В итоге вылезли на поверхность и пытаемся найти способ эвакуироваться с данной территории. Остановились мы на том, что я вроде бы взял седьмой, если не ошибаюсь, уровень. Да, мы сейчас седьмой уровень. Нам нужно искать ресурсы для улучшения моей экипировки, передвигаться, найти способ проникнуть именно вот на эту точку. У нас карта, видите, огромная. Но пока что мы еще должны зарабатывать полезные рейсики. Давайте, наверное... Не, нельзя пробить. К сожалению, добыть эту древесину. Напомню, что тут в игре почти все разрушается, а только чтобы разрушать более какие-то крутые вещи, нам нужно для этого улучшать нашу экипировку. Поэтому это игра, где нужно... Ой, блин. У меня офигенный мачете, мне нравится. Так, а что нужно для улучшения мачете? Давайте я сейчас зыркну, что нужно для улучшения мачете, потому что я забыл. Я уже давно, несколько дней не играл и забыл, что мне требуется для улучшения оружия. Керамика и железо. Кстати, железо мы только что добыли. Так, а двигаться мы будем, вероятнее всего, лучший вариант это, наверное, идти вниз. Нет, тут вода внизу. Да, здесь вода. А здесь очень жарко, мы тут не протянем. Хотя есть квест. Давайте на квест пойдем, ладно. Так и быть. Просто опять этого монстра убить. Тут как... О, давайте спины его убьем. Здесь как в этом Dark Souls. Если вы сели отдохнуть около костра, сразу все монстры обновляются. А, нужна древесина и шкуры. Блин. Не люблю эти цветки на самом деле. Сейчас надо тоже как-то оприходовать. Так, есть. Блин, а тут зомбарей там многовато, я уже даже подзабыл. Вся территория в зомбях. Ой, блин! Вспомнил, это опасный метатель говнеца. Так, холодильник мы не добудем, потому что нам не хватает... А, не это оружие для холодильника. Видите, здесь очень жарко, я не знаю, как реально на этой территории выживать. Тут слишком жарко. То есть долго здесь мы не протянем. Да, тем более, на самом деле, здесь стенка. А пробить стенку мы не сможем. Нам нужно, во-первых, другой вид оружия. Вот этот ломик. А во-вторых, 150 урона. Но 150 урона ломиком точно мы не пропишем. Нам кувалда нужна, вероятнее всего. Окей. Хорошо, давно стрим начался? Да нет, не так давно. Кстати, там вот говорили, что про мультиплеер в Dismantle. Насчет мультиплеера я не смотрел, но вероятнее всего, если он и есть, то, наверное, только модовский. И плюс ко всему, как бы у Вовы нету копии игры, поэтому он сам предложил мне поиграть пока Dismantle. Блин. Гадкий вулканчик. Я даже листья не собираю из-за того, что у меня листья дофига. О! Рид. Видите, мы не можем сюда пройти из-за того, что здесь чертовы врата. Как их уничтожить, я не знаю. То есть, типа, они открывались... Опа. Блин, мачете офигенное. Мне нужно в город идти за керамикой. То есть у меня сейчас вся проблема это с керамикой. Ой, не стой, сделал перекат.
Эта тварь больно бьет, кстати, если я пойду. Так, ну, пока выбраться как с города, у меня нету планов и идей. Здесь можно пока покопнуть что-нибудь. О, давайте на кладбище покопаем. Как копнем? Ой. Есть. Спрашиваю, что за игрушка? Игрушка называется Dismantle. Это выживание в мире зомби-апокалипсиса. С прокачкой, она как бы не какая-то мобильная игра, она на ПК. Она покупает, раз ты играешь, нет никаких там донатов и прочего говна. Так, о, чили-суп, давайте приготовим. У нас есть. Ага, у нас нету ни томатов, ничего. Ладно, стол разломали. О, можно и часики разломать. Хотя я не знаю, доски мне нужны. Дополнительные. Крать мы не сможем. Зомбак что-то услышал. Ого! Он еще и пнул меня. Я не помню, я копал в это, здесь могилу или нет. Давайте покопаем. У меня лопата есть. Надо что-то копнуть. Только нет, давайте лопату вместо ломика поставим. Тут можно огород, честно говоря, делать, но у меня семянок не так много. Тут ничего. Странно, что здесь нарисовано, что можно копать? Я что-то выкапывал, что ли? Здесь. Что реально показано, что можно копать, но... Ну что именно можно выкопать? Эти лопатка нарисована. Где же сокровище? Опа. О, что-то выкопали. Не, наверное... А, тут ничего не выкопаем. А, секунду, мы здесь копали уже, да-да-да. Мы не знаем, что это такое. Мы нашли здесь камни, короче, и не знаем, что это за камни. То есть, непонятно, что это. Я бы резину еще поискал. Зомбак? Так, как я зомбака не заметил так? Да-да, я вспомнил, что я на прошлом стриме выкопал. Да-да, есть такое. О, я еще опыта нафигачил. Халявного. Ой, блин. Большой опасный, на самом деле. Из-за того, что он быстро бегает, но... Самое опасное все-таки это... Это метатели говна. Так, а где резину достать? У меня вот проблема с резинами. Я видел шины, которые валялись по миру, но... Я тогда не имел мачете. О, вот, вот резина. Наконец-то первая резина. Рубер. Но кроме рубера, мне нужно все равно найти еще керамику. У меня такой-то город, где будут дома. Блин, я ненавижу. Олени, они так быстро бегают. А, шкуру не дал, гаденыш. У оленей самое важное, это шкурка. Шкурочка оленя. Пам-пам-пам-пам. Так. Мне кажется, как будто я, знаете, кругами хожу. Надо камеру не вертеть. Ареновый обелиск. Надо реально камеру не крутить, потому что... О! Здесь может быть керамика. Тут должна быть керамика где-то. Электроника. Тоже все редкая проводка это. Блин. Не хватает урона, чтобы стол разломать. Я всего одну резину нашел. Вообще не круто. А вот самый говняный зомбак, которых я ненавижу. Они уходят от атака ближнего боя, а при этом своей атакой могут попасть.
Так. Видите? Зараза, отступают. То есть ты их бьешь, они просто отходят. Какие же они мерзкие. Они не похожи даже на зомбарей. Они похожи скорее на каких-то интеллектуалов, блин. Отходят, нападают. Ай! Какой-то ПВП. Да вот дарь ты. То есть, понимаешь, в чем прикол? Когда ты чистуешь, спринтуешь, не работает прицел на зомбака нормально, а он этим пользуется, он отходит, ты не опадаешь по нему. Умный зомби. Так что это такое? Может, копнем? Короче, непонятно, эта вещичка. Это какая-то арена, какая-то битва для с боссом. Так, давайте в этот город войдем. В городе должна быть посуда. Мне кажется, что походу, когда ресы закончатся... Я сейчас, наверное, на запад двину, ребят, потому что на западе мы еще там территории не разведали. У меня там просто была реально большая проблема с разведкой. Ого. Не знаю, пластмасса мне не сильно вроде бы нужна. Давайте, ладно, древесину заберем. Электроники много, это хорошо вообще. В таком количестве электронику находим. It's blocked. А сколько урона? Она заблокирована, мы-то не пройдем. Давайте город весь залутаем тогда. А, кстати, мы уже находимся там, где надо. Вот я здесь не мог пройти. Я знаю, где мы находимся. Мы тут как раз сюда выбрались с нашего города. Я даже дверь выбил. Так, керамика, керамика. О, электроника еще. Здравствуйте, почему ваши сегодняшние видео новинки игр ноябрь-декабрь без звука на Твиче? Потому что, вероятнее всего, как бы музыка играла какая-то видео, и эта музыка, типа, по новым правилам Твича, ну, якобы она вырезается, потому что авторские права и так далее. Может, из-за этого не быть звука? Так, чё? Ой. А вас немного тут, блин, в одном доме живет? Так, сколько у меня вообще осталось места? Фигня, по всей видимости. Вы заметите, керамики нигде нету. Я керамику не могу найти. Это полная жопа. Как я без керамики буду жить, я не знаю. А вот керамика. Электроника. И все, уже некуда брать. Так, смотрите, что делаем. Возвращаем сейчас в сундук. Все, выбрасываем в сундук. Но при этом не будем обновлять монстров. Кстати, а керамику можно добыть, если разбить умывальники. Насколько я понимаю, там же все из керамики сделано. Туалет, как бы умывальники. Это все керамические предметы. Может, давайте туалеты все разобьем? Да, это керамика, пацаны, походу, много керамики. Не понял. Ладно, он не дамажится. А этим оружием, может, ломиком разобьем? Капец, мне нужно улучшить хотя бы раз ломик, я смогу туда разломать туалет. А мне это необходимо. Да, урона не хватает. Это, Дима, крытитель толканов. Эти толканы, блин, мне жизнь спасти должны. Понимаете, сейчас половину улучшений не работает из-за керамики. У меня керамики просто нету нигде. Я побегал по городам, собрал керамику и всю слил на улучшение. Мне нужна керамика. А ее нифига нету. Это, блин, какая-то дичь. Нигде керамики нет.
Я все ломаю, чтобы бресы были. Есть куча дерева, есть куча... Уже электроники даже много, на самом деле. Тут дверь, можно в нее пройти. Давайте пройдем в нее. Вау! Это же были скримеры! Мяу! Серьезно? Смотрите, ребят. Спасибо, мяу, за поддержку и за добавку на видеокарту. Блин, я вырублю скримеры, пацаны. Это же были скримеры для хоррора, это нифига не хоррор. Я немножко дернулся. Говорят, видяха новая есть. Это жесть. Это не 5 тысяч, это 50 тысяч. Я только сейчас понял. Мяу, это не добавлено видяху. Это, по сути, видяха сейчас так примерно и стоит почти. Огромное тебе спасибо, мяу, за поддержку. Я блин, не понял, сначала подумал, что 5 тысяч всего... Ну, как бы не всего, это дофига, блин, 5 тысяч, это 50. Это рекордный донат. Мяу, ты побила все рекорды. Ты побила рекорды по подаренным подпискам, побила рекорды по рекордному донату. Еще немного ты побьешь рекорд по суммарному донату за все время. Рад, ну что, Дима, 69-2-0? Но... Как бы, что 9-2-0, она подороже, тем более, где-то она выходит 8 числа. Я цену на нее не знаю, какая будет, но это жесть. Это жесть. Пишет, я в шоке и так далее. Да я сам в шоке, 50 тысяч. Да, спасибо, мяу, огромное. Я даже не знаю, что, как, что сказать. Опа. Ого, он реально опасный. Жесть. О! А! Я умер. Капец. Капец. Многие пишут комменты смешные. Так, ладно, потопали вперед, я отъехал. Кстати, я ни разу еще не умирал, это была первая моя смерть. Ну, монстр оказался реально сильный очень. Я не рассчитывал, что он будет такой сильный. Так. Блинский. Мощный монстр. Это реально... Вован увидит, не поверит. Это такое невозможно. Кстати, резина выпала. Так, давайте отдохнем все-таки. Мне покоцали. Так, пацаны, что вы там пишете? Так, я бегу, 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 бегу. Что там мне уже продаете? Куда-то. Ай! Я бы сказал одну ключевую фразу, когда такие большие донаты приходят. На лицо стримеров говорят одну ключевую фразу, но я не буду ее говорить, потому что это как бы... Будем покультурнее немного. Говорят, это не первая смерть, ты же в прошлый раз в обрыв прыгнул, вторая смерть. Та смерть не считается, вы меня подстрекали, пацаны. Вы говорили, проверь, проверь. Та смерть была, понимаете? Эту смерть я не планировал, а ту смерть, как бы, я, ну... Я рассчитывал, что могу умереть, и я решил проверить просто вашу теорию. Короче, за фраза? А вы сами додумаетесь. Так и быть, давайте так.
Я ее скажу, если голосование устроите. И в голосовании большинство как бы людей проголосуют за. У вас есть возможность голосования поднять? У нас вроде модераторы есть, я видел. Так, чё? Так, у нас сейчас будет пойти... Я так понял, что я правильно пошел, ребят. Идемте по квесту сейчас. Попытаемся эту тварь убить, либо пролезть, ее не убивая. Так, нам все надо дойти сейчас до костра. И попытаемся пролезть опять к тому монстру. И вы тогда узнаете сейчас за фразу. Я пока и... Не буду говорить. Этот на самом деле, что там за фраза такая? Она стандартная, там ничего такого особенного. Я больше скажу так, что я больше вас заинтриговал, чем та фраза вас удивит. Наверное, это решится на голосование. Да ладно. Там сколько голосования стоит? Ну, 500 коканоидов? Не, 5000 коканоидов. Да, 5000 коканоидов. Я помню, когда вы играли в игру якобы за очки, ну, получение, то есть кто угадает, там, умрем мы или не умрем, между собой, там выигрыши были несколько тысяч коканоидов. Те, кто выигрывали. Это все равно бесплатная валюта. Так, побежали. Я убегаю от зомбарей. Интересно, они долго бегают вообще? Если их не бить. Проигнорим просто. Я хочу этого монстра либо убить, либо обойти, пройти дальше. Я так понимаю, что я правильно двинулся по сюжетке. Да, привет, Арбонт. Арбонт, у тебя конкурент появляется. Тебя подкрадываются. Так, убьем. Давайте сейчас пройдем еще раз туда, куда мы планировали. То есть там та тварь очень опасная. Она бьет по 20 урона с удара. Это жесть. Так, минус один. Так, давайте сюда пролезем. А нет, не сюда. Я наверное, спину ударю его. Раз сильным ударом. Так, и сейчас будет эта тварь. А, как мне ее убить? А, че, пытаемся ее завалить или не... Ого. Так. Да, отлично. Отлично! Еще бы не помещение было бы. Ого! А, точно! У меня же есть кинжалы! А! Тварь, сдохни! Я забыл про кинжалы, кстати, ребятки. Так, о, кстати, керамика. Мы же искали керамику. Че, голосование так и не устроили, да? Ребята, голосование так и не запустили. О, левел ап. Это хорошо. Ой, блин. Я зря открыл. Блин, а мне сильно прописали, кстати. Он реально прописал сильно. Даже несмотря на то, что... Я использовал кинжалы. Ладно, убьем кинжалы. Родимый, я бы так смело не бил красные канистры. А на самом деле, насчет ударов... Давайте вернемся, сейчас выложим вещи. Монстр не появится, главное на костер не сесть. Насчет красных канистр, почему я их так смело бью и не боюсь? Потому что, ребят, я об этом же говорил в прошлом стриме по игре Dismantle, что я боюсь бить красные канистры, их часто игнорил. А потом я вроде бы то ли кинул ножом, то ли пошел уже в наглую на проверку, и в итоге они не взрываются. Серыч пишет, да мы знаем эти ваши словечки. Как бы, так что сами догадаемся. Ну, как угодно, это же вам было интересно. Я не хотел говорить это слово. Так, просто все юморят.
О, резина, кстати, а что я резину не беру? У меня резины мало, оно... она нужна для улучшения. Тут ее дофигище просто. Что такое? А, это крафт, ё-моё. Видите, мне не хватает 7 керамики для апа здесь. И керамика со шкурами нужна для улучшения моего рюкзака. То есть она везде нужна. Керамика. Просто везде необходима. Так. Пишет все, ему не такие. Да не, фраза, знаете, она просто как юморок, типа, не более. То есть я часто ее слышал. Я вот порой там, ну, как бы смотрел разных стримеров, и, ну, там, когда у них были крупные донаты, они вечно эту фразу говорили, и как бы... Не знаю, в чем прикол, но я решил ее не озвучивать. Так, а, ну мы прошли. О, кстати, здесь две рации новые. Давайте послушаем. Ага, то есть нужно эксперт с отмычками. Я нифига не эксперт с отмычками. А пробить я не смогу, к сожалению. Тут нифига, не хватит урона. А вот выбить окно, может, и сможем. Ага, это не окно, это вентиляция. Это лучше не надо. Я тоже думаю, не надо. Я его же недаром не озвучил. Блин, 70 урона. Вообще жесть. Насколько бронированное здание. То есть со всех сторон. Окна. Двери. Блин, конечно. Насчет доника мяма, это, конечно, блин. Реально, мега крупная сумма. Аж как-то... Аж, знаете, аж как-то не по себе. Я должен идти горбатиться теперь, как какой-то месяц за это. Ну, просто, знаете, такие донаты... Я никогда не получал, то есть, типа, и даже... Не представляю, это... Мяу, чё ли... Магнат какая-то нефтяная или чё? Это почти, ребята, считайте, чуть меньше $1000. Дон, сколько там, долларов 700, это было, это жесть. Это реально жесть. Кстати, мы открыли новую территорию. Это прикольно. Кто задонил и сколько? Мяу задонила 50 тысяч рублей, это жесть. Там бежит, по идее, строка, вы видите. Я вроде бы играю в игру, но у меня с головы-то не выскакивает. Так, ладно. О! Серьезно? Эта дверь открыта. Блин, я дурак ломился в другую. Ну, человек говорит, моя зарплата. Да раз я об этом же, типа, знаете, такая сумма, что... Ого-го. С одной стороны аж и настроение поднялось, а с другой стороны, блин. Как-то аж не по себе, не привык я получать такие суммы. Димон, если бы он, это не он, это она, задонил на 50к на орешки. Но если бы задонили столько на орешки, задонили, то все, я бы лопнул, пацаны, вообще. Прикиньте, орешки, у них калорийность у орешков, чтобы вы понимали, там, в зависимости от вида орешков, от 500 до 700 калорий, ну, типа, калорий за 100 грамм. Килокалорий лекну. Так вот, это выходит там 300 грамм, 300-400 грамм орешков, это дневная норма. Ну, то есть, типа, если вы работаете, может, там, 500 максимум. Прикиньте, а я их, блин, орешки, это моя слабость. Я их специально не покупаю, чтобы дофига не жрать, потому что я могу их поглощать просто тоннами. Так, а мы добрались сюда, давайте сядем, отдохнем, выгрузим вещи, все сюда. Теперь должен розыгрывать на мяу. Ну, типа того, да.
Так, мы можем добавить один доп-материал. Больше урона от метания ножей, либо больше урона от ударов по монстрам. Я даже не знаю. Черт, а что лучше? Три материала в carry slot. А либо больше урона от монстров, либо метание ножей. А, давайте лутание. Кстати, у нас ветка талантов, смотрите, какая. Мы можем... либо часы. Ну вот, пики. Мы по уровню еще не можем открыть. Зато мы можем броню сделать. О, давайте сделаем броню. Она еще и плюс защиту от холода. Она лучше, чем это, да? На самом деле она... О, так она еще слот под материалы дала. Вообще шикарная броня. Дальше у нас кепка. О, так кепка офигенная новая. Удочку пока брать не будем. Давайте сделаем, наверное, running speed. Кстати, это неплохая штука. Кофе. А куда его брать? Не, наверное, кофе давайте возьмем, чтобы быстрее бегать. Это неплохо. А это что? Давайте используем, у нас много ресурсов тут. Там пишет парень, я работаю 80 часов в месяц за 15к. Боже, это моя зарплата за 3 месяца. Ну, как бы о неравенстве, пацаны, можете не рассказывать. Ты согласен, что многие получают низкие зарплаты, хотя их профессии, возможно, могут быть гораздо важнее тех профессий, которые зарабатывают гораздо больше, но что поделаешь. Так, давайте за керамикой тогда отправляемся. Мы апнули себе много вещичек. Что за база такая странная? Похоже... А, так тут же точно. Тут была точка эвакуации, люди отсюда пытались выбраться. Походу, этим словом будет Майнкрафт. Блин, вы сделали опрос? Да нет, я не хотел его говорить. Блин, надо было это не говорить, потому что это... Эта фраза на самом деле такая мерзкая немного. Не открываю, кстати, ворота. Зернал require authentication from the Crown Station, but the link relay not active. И где у нас находится эта штука? Мы не можем открыть ворота, потому что... Не совсем понимаю, где-то Link Relay должна быть. Crown Station. Блин, не совсем понятно, где найти. Это что можно сказать? Это был просто байт на коконоиды, я просто ничего не решаю. Можно, это будет тоже неправильно. Да ладно, я скажу, настолько... я же не полностью его скажу, я просто намекну, чтобы вы поняли, о чем. Так. На самом деле, такая банальщина. Многие, это на самом деле, реально, можно сказать, был байт на коконоиды, когда вы услышите. Скажут, да блин, это же очевидно. Главное, интригу сделать. Наверное, коконоиды еще можно вернуть. Не, ну есть вариант, если я говорю, коконоиды не возвращаются. Если я как бы не говорю, то можно вернуть, кстати, да. Так, ну тут я не открою штуку, мне нужно как-то разбить этот шкаф. Я не знаю, смогу вообще... Было тупо, ладно. Ножи лучше не использовать, они нужны против боссов. О, отлично, металл. Ну, как бы, на все равно керамика, еще немножко керамики, и сейчас побежим, ребят, тогда делать мачете. Очень дофига всех квестов появилось на карте, посмотрите, квестов.
War топ распродажа в Steam началась. Серьезно? А Черная пятница или что? Сейчас, заценим. Нет, осенняя распродажа. Пацаны, налетай! Премия Игра года. Давайте номинируем. Игра года. Не вышедшая. А то все, что есть? Выпущено в этом году. Я Киберпанк бы номинировал. Но на самом деле, из доступного... Давайте сейчас подумаем. Вот что бы вы номинировали на Игру года? Вот реально из того, что тут сейчас написано из игр, я бы, наверное, номинировал Фазмофобию. Ну, Фактория же не в этом году вышла. Сейчас что за бред? Фактория не в этом году вышла. Что это за тупая номинация? Фактория вышла... Пес его знает когда. Ну, разработчики вы, мерзкие жуки. Crusader King? Не, на самом деле, я бы не номинировал. Она хорошая? Не спорю, она хорошая. Короче, это, знаете, секретное слово, сейчас скажу, давайте подумаем насчет игры года. Я бы выбрал игру года Фазмофобия, наверное. Ну, в том плане, на самом деле, она технически сделана плохо, все, идея. Она вот благодаря идее такая может быть игрой года, потому что такого жанра игр я что-то не помню до этого. Именно оригинальное. Это бы не давал номинацию, это бы не давал. Это... Самое интересное, что я почти все в это переиграл, кроме Endless World'а, Mr. Mine'а, вроде бы. Говорят, Дима, тебе предлагают в игры, которые ты играл. Я это играл? Секунду, Endless World это что, разве про тех пришельцев? Или нет? А, боже, не-не. Я, наверное, номинирую Киберпанк. Хотя, Киберпанк тоже тупая идея номинировать. Ладно, пропускаем, пока я не знаю, какая может быть премия. Игра года виртуальной реальности. Понятия не имею, пускай это будет... Ладно, пускай это игра, потому что я не знаю никакой игры там. Халфа вроде бы вышла в этом году, типа новая. Якобы в VR-ка. Премия «Любимое дитя». Так, «Любимое дитя». Что за любимое? Короче, ладно, это какой-то бред. Что за любимое дитя? Устройтесь поудобнее. О, это офигенная тема. Она не в напряжении, а в расслаблении держит. А на самом деле здесь такое нету. Black Wake нет. Такую игру я такую сижу и чилю. Ну, пускай будет Dwarfheim, хотя, не знаю, это Аван играл. Вот, кстати, вы говорите то, что я играл. Я в Dwarfheim... Ой, секунду, Dwarfheim это же говно. Это не то, я перепутал. Да, это же баганное говно, которое не стоит вообще номинировать. Нет. Да, пускай это будет какая-то такая чил-игра. Типа, где можно расслабляться. Dark Souls. Не, ну спасибо за помощь, ребята. Dark Souls — это именно та игра, где можно расслабиться. Сесть, короче, типа, и вовсе не потеть. Вальхала. О, я знаю, что это можно. Mountain Blade можно не напрягаться. То есть, типа, вот, пускай она будет. Не, можно расслабиться, не напрягаться, на самом деле. Там ты умереть не можешь, то есть можно не потеть. Лучше... Кстати... Да, она была сырая, лаганая, но я ей отдам все-таки игру года, Mountain Blade. Я бы, может, отдал этому Киберпанку, но Киберпанк мы еще не видели, что это такое, и поддавать как-то будет не очень объективно отдать премию игре, которая еще не вышла. Виртуальная реальность, пускай будет Фазмофобия, хотя на самом деле она вообще не стоит. Так, премия «Друг познается в игре». Это когда с друзьями, где играешь. Давайте это будет с друзьями. Dead by Daylight. Dead... А, хотя она, походу, не в этом году вышла, или что? Не понял. Не понял, где ДБД? Ладно, друг познается в беде, пускай это будет игра. Какая игра? Ну, я знаю, какая. Вот самая лучшая игра, кстати, которая раскрывается в групповом контенте, это Sea of Thieves. Ее поставим, потому что тут играть соло невозможно.
Премия «Выдающийся визуальный стиль». Короче, игра с офигенным, скажем, стилистикой. Мироощущение. Какая была такая офигенная игра, где можно было очень офигенно погрузиться? Я даже не знаю. Вот, честно говоря, я даже пока в голову не приходит, где игра с такой атмосферой была бы офигенная. Валхала. А вот, походу, Валхалы нету. Я думаю, что ее нет. А нет, есть. Нет, это Валхала, но это не Assassin's Creed. Ладно, сделаем инновационный геймплей. Я отдам вот это Polyvath Phasmophobia инновационный геймплей, потому что я таких игр еще, тем более она в мультиплеере, ну, я бы сказал, что это инновационный геймплей. Еще Dota Underlord можно было бы, конечно, дать, но там скорее это не Dota Underlord должна получить была, а Dota Autochess от Dota 2. Так, премия «Лучшая игра, которая вам не дается». Уже подумал, не дает. Я думаю, чё? Ты же игры не дают. Это зачем комп? Эта игра не для слабонервных. Она вознаграждает упорство. Она самая сложная из тех, что вам... нам полюбились. Нет, ну... я бы дал, наверное, Sekiro это название, но... она не полюбилась. Если она полюбилась, она была пройдена. Сложная игра, которая... вам не дается. Да таких игр нету. Какая была такая сложная игра, которую я забрасывал из-за того, что она именно сложная? Она была бы интересная, но я не мог ее пройти. Да такой нет игры. Red Dead Redemption. О, кстати, вот Red Dead Redemption это... да, давайте визуальный стиль отдадим Red Dead Redemption. Там, честно говоря, да. Офигенно. Хотя я бы еще отдал... А знаете что? Я не Redemption отдам. Redemption это банальность. Давайте вот этой игре отдадим. Она точно не выиграет. Ладно. Эта игра точно. Вот она стоит того. И мало кто за меня проголосует. Так, где Hunter? Блин, как там... Ладно, Hunter, походу, нет. Ладно, Redemption пускай будет. Я хотел Hunter Call of the Wild дать название. Ну, типа, лучшая стилистика. Там офигенная. Еще лучше, чем Redemption, может быть, это, как его... игрушка тоже на Диком Западе. Только она там, где мы в онлайне еще играли. А на Crytek. От Crytek, короче, на движке CryEngine. Тоже неплохая там атмосфера. Лучший саундтрек. Ой, да ладно. Лучший саундтрек. И какой игре я сидел и кайфовал просто от музыки? Таких игр было много, на самом деле. Ладно, пока никому не отдадим. Лучшая игра с выдающимся сюжетом. Лучший сюжет, где, который я помню, в какой игре был. Давайте это будет Yes, Sir, You Grace, что такое называлось. На самом деле там Sir должно было быть. Ее отдадим, на самом деле этот сюжет меняется от событий. Но это говорят. А какая Нойта сюжет? В Нойте музыка я даже не помню. Так. Ну все, мы почти все с вами выбрали. Виртуалку давайте Half-E отдадим. Ладно, так и быть. Half. Вот. Алекс отдадим. Я в нее не играл, но ее многие хвалили. Я думаю, что это будет объективнее, чем отдавать Фазмофобии лучшую игру. Любимое дитя. Это игра не новинка. А, то есть это, короче, я так понял, это старая игра, которая обновляется до сих пор. Старая игра, которая обновляется до сих пор. Что же это может быть такая старенькая? Я бы Доте отдал, но в последнее время Дота меня поджигает, поэтому Доту мы не выберем. Доту на премию. Какую игру такую, чтобы можно было вспомнить старенькую, которая часто обновляется? Я бы Варике отдал, ну, Варкрафту отдал бы, но тут нету Варкрафта, поэтому мы не можем отдать Red Dota 7 дней. Не, 7 дней я не отдам эту награду. Ну, потому что это Аван, может быть, бы отдал 7 Day, я бы нет. А Европа? Я Европу не играю, поэтому я тоже бы ее не отдал. Цивилизация, новая часть, она новая, она не такая старая, поэтому ей тоже нельзя отдать. О, да, спасибо за подсказку. Serious Sam лучший саунд. Да. Вот. Serious Sam, я там кайфовал просто от саунда. Это да.
Как он пишется? Вот. А, он не Сириус, а Сириус. Пишется, понятно. Так, что у нас осталось? Еще три игры выбрать. Давайте лучше... Вот из дитя тяжело, на самом деле, выбрать игру. Пока что, кроме Доты, ничего нету больше на уме. Вот, конечно, СЦПшка еще неплохая. Она тоже обновляется. Но у меня в последнее время, когда мы заходили вне стрима играть с другом, меня школьники отпугнули. Они там, типа, орали, матерились. Там... Я думал, даже стрим покатить там по СЦПшке, но услышал столько там матов, запрещенных слов. Причем это еще произносится из уст 12-летних. Я подумал, да ну нахрен, блин, я что буду 12-летних затыкать? Sims 4. Я Sims не играл лет 6 уже, наверное, или 8. PoE. О! Спасибо, да, PoE, да. Отдадим. А, должно. PoE. Это игра просто шедевр, легенда, в том плане, что она старая, обновляется, улучшается и вечно находится в топ-10 самых популярных игр в Steam. Ну, может, там 20. Она в конце сезона падает онлайн, а в начале сезона она влетает в топ-5 даже. В топ-6. То есть, типа, игрушка реально шикарная, разработчики молодцы. И плюс еще и монетизация довольно, скажем... Вообще-то, короче, не влияет там донат на вашу силу. Только шмот, ну, можно дополнительные сундуки покупать. Все, что нужно именно в плане геймплея. Так, а лучшая игра, которая вам не дается. Какая игра мне не дает? Ладно, я рандомно дам Last Oasis. В том плане, я бы играл Last Oasis, но там реально сложный геймплей с большими потерями и требует клан. То есть Last Oasis я отдам ей, игра, которая мне не дается, потому что я люблю ММОшки, мне Last Oasis понравился, очень офигенно, но там слишком много дрочить надо. То есть, типа, арк отдыхает, поэтому Last Oasis у нас будет игра, которая не дается. Я бы в нее играл, но у меня нет столько времени и столько друзей, чтобы в нее играть. Устроитесь поудобнее. Так, игра, когда, где можно сесть. Как, я какой-то, знаете, что я сделаю? Какой-то кликер сюда загоню. Кликер — это игры, когда я настолько обленился, что я врубаю на втором мониторе какой-то фильмец, а сам ставлю какой-то кликер дурацкий. Так вот, какой кликер поставить бы мне? Так, игра, которая жопу расслабляет. Дота. Дота. Ой, Дота, это, конечно, вообще как... Дота даже нету. Они говорят, что дурак? Какая нахрен Дота, которая жопу расслабляет? Она тебя жопу спалит просто в секунду. Нет, Дота та игра, где ты побеждаешь, чувствуешь так, как будто тебя ушатом с помоями облили, то же самое. И когда выигрываешь и проигрываешь, в любом случае... Clicker Heroes вроде бы называлась эта игра. Clicker. А где? Блин, да где она? На самом деле я не могу отдать никому, потому что здесь игры, которые я хочу ввести, их нету. Игра, которая расслабляет. Угу. А вот это особенно расслабляет игра. Мистер Ман. Короче, ладно, я дам Mountain Blade. На самом деле. Все. Я получил награду как комитет по отбору. Все, продолжаем отыграть в игру, потому что мы по дизмантл забыли. Немножко расслабились. Вы можете тоже там как бы свои варианты оставлять. За что вы проголосовали? Но мне кажется, что вот, я выбор сделал неплохой по играм. Да, конечно, не идеальный. Там некоторые игры можно было бы заменить, если бы я вспомнил их на стриме. Но я не хотел растягивать на слишком долго этот бор. 100 урона, офигеть, эти двери пробить. Окей, погнали тогда. А, черт. Погнали открывать сейчас все данные. Open the gate. А, да слово. Черт, я думал, что вы... не там не слово, там фраза была. Зачастую, когда относят большие суммы, все стримеры говорят, куда выезжать. Ну, понимаете, что делать, да? Типа... Неважно, кто донит. Зачастую просто донят, когда какие-то мужики, то есть говорят, куда выезжать. Вы поняли, что. Вот то же самое, я это не стал говорить, потому что, ну, блин, это мерзко, но типа смешно. Видите, я говорю, что банальность. Все-таки, да ладно. Все, что нужно было сказать. Не, возможно, если бы
как бы донатил пацан, может, как рофл, я бы сказал так, но в этой ситуации могут не понять. Верните, да я сказал слово, пацаны, все, возвращать нифига, все. Все по чесноку, вы хотели, вы узнали. Как бы возвращать коконоиды. Видите, как я за бесплатную валюту, то есть, типа, которая, грубо говоря, ничего не стоит, дерусь. Давай, хара прикалывай. Я знал, что нам нужно было не говорить. Теперь пацаны прикалываются в чате, гады. Так, давайте активируем это. А, так вот, это задание, просто вот такие штуки активировать, и мы при помощи них вычислим, где находится главная штука для открытия ворот. И я думаю, покинем сегодня, возможно, город. Я просто уже понял, что делать. Я в прошлый раз тупил, капец, мега тупил, не знал, куда идти, куда бежать, куда двигаться. Теперь я хотя бы знаю. Правда, не чипа-чипсы. Какие чипа-чипсы? Пацаны, вы меня путаете с порнохабом каким-то. Блин, так слабо. Бедный зомби, я кидал в оленя, а опал в зомбаря бедного. Так, сюда. Говорят, меня вообще самим начатка слова. Ну, не знаю, знаете, мне эта фраза стала почему-то стрёмной говорить, не знаю почему. Просто. Вот это у меня Among Us и Subnautica. Да, и Subnautica тоже, на самом деле, первая часть. Вторую мы толком не играли, мы там только купили ее, когда она вышла, одну копию. Так не помню, она на аккаунте Вавана или на моем аккаунте. А вот Subnautica первая, там реально хорошая атмосфера, ее тоже можно было, почему бы нет. А вот Among Us не, Among Us, пацаны. На самом деле, расхайпленное говнище. То есть, типа, игра, идея неплохая. Реально вот неплохая. Реализация. Тут делали студенты какие-то игру. Как сдача курсовой. Очень непродуманные механики. Очень много... то есть реально там нечего писать сам по себе код. Ну, игра очень простая. Там проблем нету, я думаю, для грамотных проигров. Там реально проблем нету. Но они ее мега типа плохо... замутили с маленькими возможностями. Кстати, мне нужна вот эта посуда. Тут дофига посуды, а дом закрыт. Ладно, уходим. Я без отмычек нифига все равно не добуду из этого. Кто хочет меня так же содержать, как Димона, я могу два раза меньше просить. Так, секундочку, меня никто не содержит, не надо. Донат, когда донатят просто по желанию. Я бы на содержание никогда не согласился, вы чё? Это вот такие, у меня есть гордость. А за 50 рублей? Не, ну на самом деле... Да блин, олень, стой! Димон, Hunt Showdown. Да-да, Hunt Showdown это типа то, что я хотел вместо Redemption поставить. Еще, как вариант. Там очень офигенная атмосфера в Hunt Showdown. Ну, не знаю, как вам, но мне нравится. Там реально офигенная графика сделана и офигенная атмосфера. То есть игра довольно хорошая. Именно стилистически хорошая.
Так, пацаны, короче, там пошло-поехало. Поздно уже содержание умяло. Вы гады. Вот что я скажу вам. Вы заставляете себя чувствовать неловко. Так, надо обойти эту гору. Все, поехали, короче, прикольчики. Хорошо, что на Ютубе никто чат не увидит и не поймут, о чем я говорю. Там все пишут, какой я хороший, какой я умный и крутой. Пацаны, с Ютуба. И девчонки. Знаете, я реально жалею, что я сказал эту фразу и пошел-поехало. Я как бы полагал, что будут такие приколы, но, блин, не то, что он затянется на минут 10. Так, замок, сдохни. Ой. Этого, кстати, я не видел даже, малыша. Ай, блин, не отбежал. Ну, хотя олени еще... Хотя, ладно, пускай зомби на олени отвлекают, сам все эти рубильники врубим. Пока. Блин. На тебе. Так себя меньше смотрю в чат. Зомбак, умри. Кстати. Блин, это офигенная тема. Ну ладно, она не сработает пока что. Давайте, наверное, сейчас еще резины немножко достанем. И активируем последний этот рубильник. Апа, а что, вот проход закрыт? И мы его не откроем. А куда, кстати, мы попали вообще? Я не совсем понимаю. Мы что, прошли дальше? Да нет, вроде бы там же. Да ладно, зомбаков, зомбаки, блин. А вас немного? Кстати, знаете, они много эти зомбаки визуально похожи на зомби с этого. Last of Us. Как будто грибы какие-то, а не зомби. Реально, смотрите, похоже на Last of Us. Очень похоже. Так, резина. Слотов очень много, и мне кажется, что даже париться за новыми слотами, типа, ну, открывать их смысла нету. Наверное, буду урон сейчас апать, потому что со слотами, я думаю, я разобрался. Тут буквально еще одна ячейка, вот улучшение рюкзака, и все, и смысла больше нету апать. А ну можно это разбить, интересно? Нет. Дим, это последний стрим или будет еще ночной? Смотрите, ребят, сейчас я к Авану иду, нам нужно настроить NDI, потому что Аван сейчас стримит с одного компа, мы NDI так и не настроили. А, поэтому, как бы, если мы справимся с настройкой NDI у Авана быстро, то будет еще стрим. Думаю, может, какой-то варик ночью, не знаю, может, он... Посмотрю еще, не уверен. Если... как бы затянется настройка стримчанского, то это последний. Что я не знаю, сколько времени займет. Опа, эта тварь, лучше оббегать, а то сейчас меня ушатает. Ну, нехило так. Откатик.
А вот есть какой-то костер? Мне костер нужен. Срочно. Блин, не представляю туда идти, там, где монстры эти. Начинается. Ой. Убили одного. Так, всех перебили здесь? Это неплохо, кстати. Здесь надо мега быть сейчас осторожным. А, там тот монстр ходит опасный. А еще и яма, офигеть. О, керамика! Да. Вот это... Это самый кайф, керамика. А вот и места не хватает. Надо искать какое-то место. А, так, давайте подумаем, что можем выкинуть. У нас слишком много, наверное, этого мусора. Его столько не надо, просто он легко добывается. Ладно, пускай лук будет. Ищем сейчас какой-то сундук, где можно... Ну, с костром, где можно отдохнуть. Ой, да ладно. Че, не будет костра нигде? Это же, походу, родной город. А вот костер. Это же мой родной город, насколько я знаю. Мы тут должны были выживать. О, керамика. Ой, блин! А, маханулся. Я забыл про этого кидалу. Так, зарубили. Ого, нифига себе, босс. Так, а точно мой родной город? Не, нифига, вот мой родной город. Это не родной город. А, я знаю, что сделаю. Сейчас отдохнем на костре. И я пытаемся открыть тот сундук. Только придется босса как-то убить. Давайте отдохнем. Может даже хватит ресурсов на улучшение мачете. Так, в плане прокачки. А, можем получить компас. А, не уверен, ли он нам нужен, компас. Не то сделал. А, не хватает керамики, да. Не хватает керамики, и мы ничего не сделаем. Да, дверь закрыта. А, мы туда даже не зайдем, то есть типа смысла нету, пока я даже ничего выдумывать. Какой же ты мерзкий. Ладно, я ухожу от него. Мне придется его убить, или это затянется надолго. Ай, да ладно! Есть. Придется вот так биться с ним. Ладно, мы его забили. Давайте активируем сейчас этот рубильник, который мы хотели, но можем сдохнуть. Главное, что я поспал на кровати, и у меня, типа, если я вайпнусь, я появлюсь снова здесь. Угу. Вот, это вход в этот парк, или это кладбище, или парк, не знаю. Так, минус один. Дайте провернуться. А, не того. Отлично. Вот это опасный зомби. Это первый зомбак, который реально... Ну, этот зомбак, это единственный зомбак, который вызов дает. То есть, типа, ну, ты не просто с ним так бегаешь, а именно это вызов. То есть, типа, он тебя может спокойно убить. Хотя, возможно, если апнем урон хотя бы в два раза у оружия, то вызова не будет. Ну, потому что...
Будет проще. Так, этого тоже придется убить, потому что если будем с ним сейчас бегать... Нам по львасу нужно как-то его убить, не знаю как, но мы должны... Хотя я дрался с ним на ура. А я просто, если бы не слил дофига хелсов до этого, я бы убил его. И слишком много хелсов потратил. Так, видели, как легко, когда у тебя кинжалы есть, и ты в него метаешь? Забили его просто кинжалами. Ой, да ладно, камень разбивается кинжалами? Кстати, у кинжалов урон очень высокий, я могу кинжалами разбивать... Их двое! Ой, а ножей-то нет? А это вообще, это жопа, пацаны. Их двое. Не, ну это, конечно, круто, что я первого убил, а что со вторым делать? О, он еще и сагрился. Походу, я знаю, как с ним драться. Удар, перекат, удар, перекат. Нельзя бегать. С ним нельзя бегать. Когда ты бежишь, он за тобой следует и бьет на ходу. А так, когда останавливается, он тупит, типа. Шикарно, убили его. Нам осталось активировать 3 релейки. Черт, красные бочки! Пацаны, вы были правы. Кто писал про красные бочки? Я же их бил. Почему они до этого не взрывались? Так, капец. Вот это реально вот это обидно было. Вот это реально было обидно, потому что я прошел, убил кучу зомбарей. Только что... Специально зачистил локацию, чтобы проблем не было. И на тебе, красная бочка, говорит, типа, Димон. А мы вроде бы не взрывались раньше, а теперь бадабум. Мне кажется, что он... Мне кажется, что он танковней стал. А! Да, вот так надо, я забыл с ним драться. Чёрт, пёс. Ладно. Надо еще одного сейчас будет убить босса. Ладно. Не... Да чёрт, чё я такой лошок? Я вечно... Я труп могу потерять, если я сейчас умру. Не, давайте, наверное, всё-таки я перейду еще раз, потому что я не уверен. Блин, труп, надеюсь, не исчезнет. Я просто не уверен, что я с такими хелсами смогу сейчас убить того гада. Слишком я ватный. Конечно, вообще можно забить болт и пытаться активировать ту штуку, не парясь. Знаете, без осторожности, а просто, как говорится, как мастера. Этот гад не в тему. Давай, так сейчас, только не отпинай меня, пожалуйста. А! Черт, чуть не отпинал. Ударил раз. Все, этого забили. Давайте нам сейчас как-то тут все сделать по чесноку. А, только не доски!
Так, сделаем. Так, есть. Первый есть, и у меня еще один хелс остался даже на второго. То есть, типа, он может меня раз ударить. Так, сейчас будет второй босярка. На тебе на сяру. Видите, тактика есть тактику, знаешь, бить легко. А! Тактика лучше бить, не выдумывать. Велосипед! Фух. Лучше не выдумывать велосипед. Я только что решил бить необычными ударами, а чтобы ускорить свой процесс, ударил сильным ударом и выхватил плюху из-за этого. Так, мы это активировались, да? А, так мы все могли даже не идти, только ради лута шли, на самом деле. Так, ничего больше не взорвется здесь? Я очень надеюсь. Очень надеюсь, что больше здесь ничего не взрывается. Я не хочу это. Умирать. А, кстати, я так спрашивает, можно ли переименовать себя на Твиче? Да, можно. Только там вроде бы раз в 2 месяца это можно делать. То есть, по факту, мы даже название канала можем переименовать только через 2 месяца. И при этом ссылка на канал тоже поменяется. Ну, поэтому... Я думаю, что... Мы этого делать не будем. Хотя, если честно, вот я скажу, что из-за названия нас трудно, тяжело найти. На Твиче, прикиньте, прописать мир ММО игр, причем еще на телефоне с нижними этими подчеркиваниями двойными. Это ж куча раз надо переключаться. Итак, мы получили еще левел. Можно взять либо отхил через еду, либо больше опыта. Давайте выберем, наверное, выбор, чтобы нам давали не 3 скилла, а 4 на каждом левеле. Вариант выбора. Новые ножи. Вот, давайте выучим их. Так, как их делать? О, так это неплохо, мы увеличиваем количество ножей. Shift. Секундочку, а в чем разница между ними? А как мне выбрать нож нужный? Понятно, понятно, у меня 2 вида ножов. Или ножей. Ого! Вот я кританул, так кританул. Сотня по метателю. Так, ладно, сейчас игнорим всех монстров. А может только керамику соберем, если будет рядом. Ладно, вот лутецки собираем здесь, потому что тут неизвестно, что выпадет с машины. Может, и керамика выпасть. Резина, керамика, все остальное игнорим. У нас просто все в большом количестве есть про запас. Блин, тут не пройти. Так, короче, ладно. Пацаны, вы тупите здесь, я лучше пройду, а вы оставайтесь. Так, отхилились. Пошли дальше. Этому парень, кстати, это было вот буквально недели полторы назад. Мне как раз с мировым игр подсказали, как там... Как перейти. Ну, я то же самое. Я просто на телефоне раз помню. Встал утром и хотел поискать, а он стримит или нет. Типа, чтобы знать, можно спать еще. Либо уже вставать надо. И... Короче, смотрю. О, отлично, залеем. Так смотрю и думаю, как мне попасть через телефон на мир ему игр. Я пока прописал эти как бы буквы плюс подчеркивания нижние, переключаясь каждый раз, я просто понял, насколько вам неудобно это. То есть, а уже менять, ну, мы уже не можем поменять. Ну, проблема знаете в чем? Я скажу, почему была огромная проблема. Какой-то гаденыш занял мир ММО игр, типа английскими. Символы. Я думаю, окей. Решил взять мир игр через... типа вместе. Вместе
тоже занято. Да, вместе сначала написал. Потом через одно подчеркивание тоже занято. Через два подчеркивания тоже занято. Через три подчеркивания тоже занято. А, только через двойные подчеркивания не было занято. То есть... А вот где должна быть эта штука. Ого. Ой, да ладно. Мне нужно сделать... Я так понимаю, мне нужно сделать веревку. Я не сделаю веревку, у меня нету для этого деталей. Так, я не совсем... Давайте еще раз бегаем, я не совсем понял. Мне нужна веревка или у меня рецепт веревки? Ну да, rope and hook. Черт. Давайте посмотрим. У нас должна быть система крафта где-то показана. Ага, система крафта показана только в этом, на костре. То есть я никак не узнаю. Печалька. А вот оно, кстати. Ладно, мы можем спускаться вниз, в пещеры. Полезли в пещеру. На самом деле, я скажу так, ребят, что я когда стримил первый раз эту игру, я примерно час занимался ерундой, вот, серьезно. Фармил просто ресурсы из-за того, что я не понял, куда идти по квесту. То есть, я из-за того, что не смог пройти, я реально тупил очень много там. Полезли. Не люблю, конечно, я во времена зомби-апокалипсисов замкнутые помещения, не говоря уже... Это комбы? Это что вообще такое? Прикольно. Понятно. Я думал, у меня хотя бы шанс какой-то есть. Ну, в том плане, хотя бы могу раз там зафакапить. Нифига. Да? И это все? Урона. Там будет какая-то другая секретка есть дальше. А, да, мне нужно активировать. Окей, мы активировали. Полезли наверх. А как мы выберемся? О. Я думал, веревка высоко слишком, мы не дотянемся. Нет, напоминает сюжет Лего Индиан Джонс. Кстати, на самом деле, я вообще вот ни одну игру Лего в своей жизни даже не играл. Именно компьютерную игру. Так, можем сделать спальник. Из чего он делается? Блин, ну шкура. На самом деле шкура такая неприятная штука. Ее тяжело достать, а она необходима. Видите, она везде необходима. Почти... Вау, что это такое? Противовес. А, это сережка. Мне смысла нету сережки. Так, а это что? Страфинг? Что такое страфинг? Не совсем понимаю. Страйф-перекат, что ли, имеется в виду, наверное? Так, тут фабрика нужна. Таблетки. Давайте таблетки сделаем. Пейнкиллеры. И бинты.
На самом деле, я не знаю, куда бинты и таблетки эти вообще ставить можно. Все, погнали, ребята, в конец. Конечно, здесь меня обучают, еще есть квест на основы этого создания фермы. Опа! А знаете, на самом деле, этот чувак с ножом, он по механике такой же, как и прошлый, только он слабее бьет. Парашкуры легко добывать, там наверху стая волков. Знаете, что я сделал? Я, наверное, перед выходом с города, я сделаю одну вещь. Мне надо керамику найти, в любом случае. Мне придется сейчас керамику добыть. То есть, типа, мне не стоит уходить, пока я керамику не достану. Тут керамики нет, я ее лично не вижу. А что так слабо бью со спины? То есть, уходить без керамики не стоит. Я хотя бы оружие смогу апать, а то, вы сами видите, у меня... А, ладно, тут кладбище. Придется идти без керамики, уже то, что есть, то есть. Знаете, в игре прикольно замутили, что очень большая система прокачки и прочих фишек. Мне это нравится. То есть, типа, есть чем заняться. Потому что не было бы этой механики, пришлось бы просто бегать по квестам и... А вот и волки! Волки. Да ладно. Боже. Только они шкуры не дали. Вот в чем пищаль. Ай. Вот и шкурка. Точка хорошая для фарма шкур, кстати. Да блин, надо было бить. Короче, все начинается. Ладно, не буду я бежать. Тут что-то есть, смотрите. Тут стопудово что-то есть. Это по пометке было понятно. Так, давайте тут отдохнем. Сейчас придется опять убивать того монстра, который на проходе... На базу стоит. Пока нечего крафтить. Самое обидное, что не хватает одной резины. И одной резины для по этого моей пушечки. Ах ты, секундочку, какой монстр? Не, ворота открыл. Я могу спокойно проходить через центр. Так, мне бы еще одну резину где-то найти. Одну шину какую-то дрянную. Так, ладно, открываем. Че, мы убежали? Вау, что это такое? Космический корабль? Мы реально сядем на космический корабль и полетим. О, другого выхода нету. Так, не хватает топлива для космического корабля, и нужно найти топливо. И для этого нужно опять искать какие-то вышки активировать. Когда мы их активируем, сможем улететь. И плюс ко всему... Ну, вышка рядом, она... Возможно, это, конечно, показывают просто для сканирования. А не... Давайте проверим. Так, погнали. Линк Тавр, окей. А нафига мы пытаемся свалить с планеты? Это же глупо. Ой, да ладно! Понятно? Это мы так просто не пройдем. Нам нужно по всей карте пробежать. Шикарно.
Приключения так и начинаются. Четыре канистры с топливом. Четыре, мать его. Которые находятся просто каждая в одной из сторон света. Ладно, пошли. Пошли их добывать. Я не знаю, я их смогу добыть быстро или нет. Ну, первые две я добуду быстро, мне кажется. Просто оббежим. Угу. И придется этого гада цеплять. О, я знаю. Мы разрушим эти бочки. А сейчас и откроем проход, чтобы через того монстра не ходить, который опасный. Все. Хотя нет, нифига это не все. А! Зараза! Так, нам сюда нужно двигаться. Блин. Мы вот не пройдем, кстати, я уже вижу. Нет! Только не ты! Да черт, только не ты, только не ты, только не ты. А хотя ладно. Фух. Мы его убили, я уже на вторые ножи переключился от страха. Ладно. Идемте обратно, наверное, сейчас тут похилимся и пойдем за топливом в другую сторону. Ой. Кстати, а прикольно эти ножи мелкие, вторые. Они кидают... Они, конечно, урон не такой имеют, как первые, но при этом они метаются так, что не промахнешься. Конечно, бы еще и оленя как-то покоцать. Ладно, я не буду этих зомбарей бить. Давайте просто побежим. А, ладно, тут просто не побежишь. Много тварей. Их лучше быстрее добежать до топлива. А то пока я буду всех убивать, я запарюсь. Тут сейчас может быть территория жаркая довольно. А нет. Ой. Кстати, реально, смотрите, у меня с температурой все зашибись. То есть я не перегреваюсь. А новая курточка меня спасает. Так, где здесь секретка тогда? Тут что-то надо выкопать. Но непонятно где и чё. Короче, какие-то секретки заныканы на этом побережье. Ладно, не будем копать все. А, смысла нет, то есть. Опа. Черт. С этим толстяком будет попроще, потому что... Ой, он хотя бы не так сильно дамажит. Ой, ой, ой. Больно. Есть. РТ тут уже копал. Ну, возможно, я не помню. Я просто знаю, что вот этот регион, я его не сильно так, скажем, запомнил из-за того, что мы здесь были, но тут был перерыв жесткий. Вот, это лучший способ, кстати, использовать эти кинжалы. Которых не осталось. Эти приколы с оленями, конечно.
Это мы шкуры раздобыли. Так, а тут как пройти тогда? Это камень. А мне бы в идеале костер. Тут керамика, кстати. Тут по левасу заходим, тут керамика. Так, кого ты бьешь? Опа! Да черт, это самая жесткая тема, которая была. Че ты бьешь в другую сторону? Чуть не скопытился. Ай. А вон костер, кстати, снизу. Да, я, конечно, убил. Ладно, пофиг. Отхилимся, сейчас все выложим и пойдемте дальше. Я секунду, можем не хилиться. Ладно, давайте не будем хилиться, а пойдем так. Я выложу все и пойдемте без хила, потому что заново бить этих гадов что-то неохота. Я сюда шел ради керамики. Заберем керамику и потом можно как бы отхилиться. Самое интересное, что мы так никакую еду еще и не приготовили на усиление хелсов. Не хватает ни лука, ни морковки. Так, сколько у меня кружечек? Две. А, мне еще одну бы найти. И можно... Хотя, секундочку, нам хватает. О, всего хватает, и резины тоже. А вот и начинается перегрев. 30 градусов, ребята, температура. Так, здесь шкура нужна. Давайте, ладно, сделаем со шкуры кепку улучшенную. Что касается отмычки, мы еще не умеем делать. Мачете, одна керамика. Ладно, давайте апнем ломик. Сейчас ломик, а по идее эффективнее. Ночь закончилась, у меня проблемы с жаренью. Надо быстрее двигаться, чтобы я не сгорел. Ой, а ты откуда? То есть у меня есть ограниченное время, мне нужно как-то добежать туда. Прикольно. И даже когда заходишь в помещение, это не спасает. Нифига. Так, древесина не нужна, давайте рубль добудем. О, там еще и босецки. Уходим, уходим напрямую. Ага! Просто так не пройти. Так, босяра, ты извиняй. Мы тебя... О, что такой прочный? Прикольно, да? Ножи бьют. Так, есть. Тут днем невыносимо. А ты чё за... Это босяра? Это босяра, это босяра! Босяра! Ну странно, что-то музыка пошла, но это босс... А, опа! И мы его так завалим. Перекат, перекат, удар, перекат, удар, перекат, удар, перекат. Так, еще три удара, 3-4 удара, он труп. Я хоть и горю. Повезло, что босс не такой жесткий. В плане этого, то что он дамажит слабее гораздо. Это хотя бы радует. Ага. А как дальше быть? Ну вообще зашибись. А, скамейки мешают. Я почти скопытился по жаре. Быстрее, 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 быстрее. Блин, ты хотя бы одно.
Ну все. Походу я сдохну от жары. Тут мост еще разрушен. Пацаны, отвалите. Зомби-пацаны. Интересно, я выживу? Куда идти вообще, я не помню. Плохо. Вот это вам жара. Так, а где мой труп? Вот, я здесь умер. Я недалеко умер. Я заберу, наверное, вещи. Не будем сюда идти, потому что тут регион жаркий, пока мы не откроем новый костюм. Кстати, а мы фигню не добежали. В смысле? Оно заблочено? А, тут, честно говоря, мы фигню. Мы через здание шли, точно. Я вот забыл, то, что мы через здание шли. Так, зомби, отвали. Я труп свой залутаю просто. И уходим. Обратно. Все, валим отсюда. Короче, мы пока что не можем там пройти. Там нету мост нужно построить как-то или сделать. Не знаю, или научиться плавать. Так. У меня, видите, оружия нету нового. Ляпа оружия, надо еще керамики немного. Ладно. Смотрите, я добежал сюда, да? Мне нужно было сюда дойти. Тут мост перекрыт, то есть тут никак не добраться через эту сторону. Мне если идти только вниз города. Давайте через вниз города пойдем. Тут я зря сюда шел, я босса нашел. Убил босса, это хорошо, но... Пользы это никакой не дало мне. Вообще. Ой, блин, а мне жарко. Куда мы идем? Давайте выйдем. Наверное, отдохнем. Так, давайте выйдем с территории этой жаркой. Ночью надо идти. Ночью лучший вариант. Ночью хотя бы не так жарит. О, все. Кажись, температура падает. Кстати, квест какой-то есть? Еще побочный. Требуется 13 левел. Ладно. Нам двигаться в самый низ. Вот сюда. Что... Это вообще дичь. Всех просто с одного удара. Самое интересное, здесь тоже жарко. И как мне быть? Тут тоже жара. В общем, мы, ребята, ограничены пока способами, местами передвижения. Пока, я так понимаю... Да не того кидаешь. Yes. Пока не достигнем нового левела. А куда ты бьешь? Что за бред? Бей сюда. Yes, молодец. Так, можем, конечно, двинуться наверх, но... А давайте наверх пойдем. Она... Давайте пройдем наверх, это лучший вариант. Дело в том, что мы ее видим точно, наверняка, и там не так далеко идти. Как раз откроем регион, потому что снизу, вы видели, я там буду жариться. На севере, по идее, должно быть холоднее. Потому что мы на юге жарились, то есть логично. На юге жарко, на севере прохладнее. Четвертый день! Уже 4 дня я выживаю на поверхности после того, как вылез со своего бункера. Надо, наверное, научить навык, чтобы я мог хилиться, вот, благодаря ягодам всяким. Видите, я еще не умею этого делать.
Говорят, сверху зима. Ну, зиму я должен выдержать. Эта курточка, она на минусовку выдерживает минусовку. Надеюсь, я там не сильно замерзну. Просто двигаемся вверх и не паримся. Я думаю, протянем. Так, тут это босса, которого я убил, когда выбегал из города. Самое интересное, что этот босс, видите, он умер уже навсегда. А до этого мне приходилось, ну, после каждого сейва убивать вторичных монстров. Так, на раз. Ой! 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 Ай! Зараза. Да блин! Упади! Упади в оленя! Ух. А ножей больше не осталось. Я все вывязал на оленей. Мой сладенький, надо как-то к нему подлезть. Иди сюда. Ой, один удар. Вот зомбак, ты мне весь обед испоганил. Да, шкурка. Изи. Это, секунду, а чё я парюсь? Я же могу телепортироваться. Может, давайте тпшнемся. У меня, если я найду сейчас станцию, я могу через них телепортироваться, и это время сэкономит. А то я вечно бегаю, напрягаюсь. Так, а где ближайшая станция? А, секундочку, мы уже на границе карты. Ладно. Потопали. Сорянчик, пацаны, я вас бить всех не буду, вас много. И вас бить большого смысла нет. Опыта мало сыпите. Пятнадцать секунд назад? Да ладно, я почти бежал все время. Да, тяжело вот эти, на самом деле, штуки открывать, контейнеры. А тут такое чувство, что дают времени, знаете, ровно впритык. Вам нужно бежать без остановки. О! Резина. А керамика есть? Не, керамики нет. Валим отсюда. А в игре, по всей видимости, 35 всего костров. Да, 35 костров. Немного. Я половину уже открыл. Опа-на, холодрыга. Ну, смотрим. Ну, как бы мы это ожидали, холодрыгу. Ну, посмотрим, или моя одежда выдержит. Так. Заблокировано. Мы это не пробьем. So cold? Ай. Честно скажу, этот регион еще вроде бы жестче по мобам. Ладно, всех забили, но потеряли... Ай, потеряли все из ножей. Ой, да ладно, замерзаем мы еще раз быстрее, чем перегреваемся. Это жесть. Тут станцию, ее только открыть нужно. Пожалуйста, как ее открыть? Там костер есть. Там костер. Как-то опасть. Только через центр, через здание придется идти. Не так придется идти, извините, пацаны. Выбора нет. А!
придется так. Мне все равно тут больших шансов нету другим способом выжить. Я, кстати, не мерзну, по всей видимости. А! Повезло, выжил. Костер. Все. Фух. Вырубаем эту штуку, чтобы сейчас телепортироваться. Это нам станет проще. Ну, мы к цели гораздо ближе. Мы знаем карту, это главное. Тут где-то должно быть это топливо спутниковое. Так, давайте погреемся сначала. И посмотрим, куда нам идти. То есть нам бежать через гору сюда. И на базу. Блин, без ножей сейчас идти. Вот можно когда... А, вот, можно пройти. Точно. Сейчас отдохнем, наверное, полностью. Откроем проход здесь. Чтобы не биться с тем монстром. Давайте отдохнем. Побежали. Блин, как я замерзаю. Да это вообще нереально. Не, с такой скоростью замерзания я не переживу. Мы чем дальше на север идем, тем холоднее. Уходим отсюда. Это рано сюда идти. Нам нужна одежда. Смотрите, я почти уже замерз. Да, это не вариант. Короче, либо левел, либо более теплые вещи. А есть какие-то серьги, которые тепло дают? Говорят, термос. А где термос? Термос это серьга на скорость. Она у меня уже есть. Это компас. Давайте... Блин, керамика. Керамика очень драгоценная, не хочу ее... Давайте слепинг бах используем. 10 левел. Я полагаю, что вот на 19 левеле... 19 левел, ё-моё, это же качаться и качаться. Так, ну отмычки будет на 11, нам не так далеко. Я использую, наверное, эту штуку для телепортации. Погнали пока на дальние другие стороны. Вот fast travel. Чего? А, угу. То есть без компаса мы не имеем... Ну, не можем пользоваться fast travel. Понятно. Я думал, что компас бесполезное говно. Нифига подобного. Тратим керамику. Он полезное говно. Так. Полетели. Полетели. Сюда, наверное, побежим в эту сторону. Не, игрушка реально шикарная. То есть, типа, я до этого думал, что она хуже в плане... Ну, думал, типа, сейчас гринд будет глупый. Тут не только гринд. Так, ладно, мы уже проходили это. Не туда кидаешь. Охренеть, сколько железа. Халявного. Так, пацаны, короче, отстаньте, я не хочу с вами драться. Но тебя я убью, ты не отстанешь. Так, ладно, мы просто отхилимся сейчас. Вот так тебя убьем ножами. Так, керамика есть? Давайте посмотрим, если есть... Кажись, какая-то банка, но это не керамическая банка. Ладно, зайдемте сюда. Ага. Без локпиков не... О, машина! Так, что у тебя? Фигня. Откровенно говоря, фигня.
Хотя, знаете, выгоднее, чем зомбаков бить, мне кажется, просто добывать ресы при помощи... Ну, не рес, а опыт, а при помощи сбора. А вот, вот, вот керамика, я не вижу. Крышка. Так, все это выложим и погнали дальше. Так, мне нужно в эту сторону двигаться. Есть. Хоть, конечно, ножи использовать, но эту шкуру просто иначе добывать на севере будет проблемно, то есть без шубы. А с оленей хотя бы можно в обычных биомах ножами добывать. Страшно, сколько стоит игра. Кстати, я не смотрел на самом деле, потому что я ключик. Я заранее писал разработчикам, что мне дали ключик, чтобы мы показали игрушку, потому что мне она понравилась. Я не был в ней уверен. Я по роликам посмотрел. Вроде бы прикольная. А потом мне прислали ключик, и я думаю, ну, покажем, если так. Стоит она 10 баксов. У нас в России, возможно, дешевле даже. У нас 10 баксов она стоит. Страшно, что ли, овощи не хочу поворачивать. Давайте это сделаем сейчас. Мы поливаться это сделаем, я думаю, если не сегодня, так в следующем стриме. То есть, не понадобится мне сейчас хелсы качнуть. Просто я так понял, что я пытался в прошлом стриме их выращивать, но они выращиваются нигде попало. То есть, типа, зона для выращивания овощей ограничена. То есть, только определенные какие-то там поля и так далее. Опа. 10-й левел. Так, мы тут не были. Ой, блин. И то. Нам плюс нужно на костер сесть, у нас уровень. Так, хордер. Получаю на 20% больше опыта за сбор ресов. Фермер. Нет, я лучше файтер возьму, чтобы больше урона прописывать. Опа. Камон компрессор. Да ладно, при помощи этой штуки я смогу в два раза больше вещей складировать в мой рюкзак. А это что? Это серега. Она позволяет лучше мне прятаться от зомби. Они не будут меня видеть. Я потеряю скорость бега тогда. Так, а сапка что она дает? Давайте сапку выучим, у нас все равно ресов дофига. А, вот, сначала мы должны землю обработать, а потом можно будет сажать уже семена. То есть у меня была лопата, а лопата она для копки, а не для обработки земли. И странно все это, типа что, лопатой нельзя, что ли, обработать землю? Мне бы еще две кружки, три кружки. О, тут дофига керамики. Ага, и, конечно, опять же... Вот знаете, чем обидка? Все хорошие заначки заныканы, заперты как бы замком. Нужны локпики. А локпики так просто не сделать, пока 11 левел не возьмешь. О! Так, иди сюда. И тебя легко уделаем. Ой. Вот здесь керамика для апома. Заблокирована дверь. Мы туда не залезем. Тут в городе вообще какой-то хаос. Да! Какая-то тварь, блин. Метательная. Ай. Ай. Нате. Сальтушка. Есть.
Ред, туалеты ломать не могу, не хватает урона. Я знаю, что с них керамика падает, но мне урона не хватает просто. Emerge from this stronger than ever. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Блин. Придется у него ж... Как это толстяка не опадаю? Он капец большой. У него не опасен, то еще надо умудриться. Так. Тут все добыли. Давайте керамику эту разберем до конца. Ну все, мы можем улучшить. А сейчас я мачете. Урон отправим на 4 больше с него. Этого, я думаю, это пойдет. Да, зомбак, конечно. О, ты еще с мелким. Я представляю, сколько нужно, что за оружие должно быть, чтобы 100 урона наносить. Это же вообще какая-то жесть должна быть, а не пушка. 100 урона. Потому что должно быть такое оружие, некоторые стены разваливаются, когда 100 урона влетим. Так, ну... все вроде бы хорошо, но не хватает марку... Блин, мы не можем еще сделать никакой из... продуктов. Давайте полутаем дом немного. You should have already received your amber pill container. Do not be afraid to use it. It will provide you permanent rest. This is an automated recording center for K23, the Crown Station. Вижу, что все равно не хватает порой, видите, слотов. Так, это магазин. А готовить мы еще не можем. 6 лучков нужно. Надо лук еще раз добыть где-то. Родил вместо, чтобы отодвинуть стул, сломал его. Ну, к сожалению, в игре такой возможности нет отодвигать стулья. Поэтому приходится ломать. О! Готовим, пацаны. Мы еще и новый рецепт выучили. Не, готовим. А нам нужно вот эту штуку сделать. Крит шанс увеличивает навсегда. Ага. Да, разогнался я готовить. Мне для доготовки нужно сначала улучшить мою кастрюлю. Я же ее не улучшал. А для ее улучшения, по всей видимости, нужно много железа. А железо мы потратили на что-то другое. Давайте тостер развалим, там железо даст. А не мусор. Ага, тут ничего не ломал. О! Можем умывальники с керамикой добывать. Кстати, и железо с умывальников. Так, пацаны, новая наша цель — это умывальники все разбить в этом доме. Так, тут еще была одна ванная. Вот. Знаете, это какой-то элитный дом, блин, 3 ванных. Это... ладно. Зачастую у обычных людей дом с одной ванной и одним туалетом. А в домах, которые уже побольше, либо, ну, скажем, по мажористе, там уже зачастую 2 ванны и 2 туалета, потому что... как бы надо там где-то и спишь, чтобы было... был туалет с ванной и, допустим, там для гостей отдельный. А здесь, мать его, 3. Это уже перебор. Ага, у меня места не хватает. Ладно, сбегаем обратно. Ребят, я туалет не ломал, я туалеты не могу ломать.
Еще раз говорю вам. Сейчас покажу. Ладно, кто не верит. Блин, мне, во-первых, нужен станок найти. Станок, потому что без станка, если я сейчас... Ладно, давайте котелок улучшим. Придется зомбаков таресить всех. Так, давайте приготовим еду. А, мы можем вот это приготовить. 4 морковки. 6 лука. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я апнул криты. А, мне нужны помидоры сейчас. Соль, это что? Backstabbing damage. А, секунду, мы 9 кукурузы. 9 кукурузы у нас нету. Придется заново сейчас всех зомбарей убивать. А хотя, нахрен этих зомбарей, чё я вообще плутаюсь, пошли... Ой, больно. А, да, это слишком вкусный лут. Я просто как стримал, знаете. Лутаюсь, ай-ай, нельзя пробежать. Не беги на меня. Пошли вы нахрен, твари болотные. Ладно, уходим. Ой, жесть. А ворота-то закрыты. И как мне опасть на ту локацию? О, нет. Только не ты. Блин, называй, с ним не так надо играть. А вот так. Ух, убили. А тут... Тут, по всей видимости... А как реально здесь тогда обойти? Тут забор, тут скала. Тут никак не пролезть, кроме как активировать специальный маяк, который открывает ворота. То есть мы реально отсюда не выберемся? По всей видимости, мне кажется, мне выходит, придется как ни крути, выполнять эти боковые задания. Одно здесь, одно, ну, одно здесь, одно здесь. Иначе никак. Тут просто вариантов нету. Мне надо левел поднимать. Мне 11 левел, сейчас, значит, необходим тупо левел. Ладно. Если такие пироги, то возвращаемся в город, там, где мы откуда прибежали. Потому что выйти с этой части территории мы не сможем никак. Просто не сможем. Тоже только способов пройти эту игру, я не знаю, ребят. Я еще ни разу не проходил, поэтому я вам ничего не скажу. Но я точно сейчас мне нужен уровень. Потому что без уровня, без нормальных вещей, именно теплых вещей, я не смогу просто пройти две локации. Я умираю не от монстров, а из-за того, что снизу я перегреваюсь просто и не успеваю дойти. Сверху я переохлаждаюсь и не успеваю дойти. И я б смог попытаться это сделать, если здесь был бы костер. Допустим, вот здесь костер. Я бы добежал до костра, похилился и потом быренько... Ну, видите, смотрите, тут если я буду идти, тут овер дофига комнат, и тут будет битва с боссом. Учитывая, что я вижу здесь, тут будет битва с боссом. Ладно, ребятки, чё, я думаю, давайте на этом мы остановимся. Я тогда гоню к Вовану решать там проблемы. А, ребятки, вам всем спасибо, кто смотрел. Также спасибо тебе огромное, Мяу, за такую невероятную поддержку. То есть, типа, реально просто бешеная сумма, которую нас поддержали. Это... Я даже больше скажу. У нас зачастую мы ставим как бы сбор на месяц по донату 30 тысяч. Тут поддержка 50 тысяч больше, чем зачастую как бы обычно мы ставим. Даже на месяц ориентируемся. Насчет, будет ли сегодня стрим, давайте еще раз для тех, кто пришел, может, позже, либо в конце. Сегодня стримы будут только в том случае, если мы с Иваном все быстро решим проблемы с NDI-кой. Решим быстро, может еще будет стрим по Варкрафту либо Валхале.
еще сам не уверен. А если не решим, то не будет. Но я скажу так, не, наверное, не, ну, не надо ждать стрим, потому что шансы, что мы успеем это все быстро сделать, они мизерные. Разве может быть какой-то тестовый стрим, который мы запустим уже от Вана, как бы проверять или не лагает у него. Окей, ребят. В общем, спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Увидимся с вами, вероятнее всего, либо ночью, либо завтра.